Югорчане в экстремальной жизненной ситуации смогут рассчитывать на финансовую поддержку от региона. Единовременную выплату переведут, например, в случае утраты жилого помещения из-за стихийного бедствия или аварии. Решение принято на очередном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме этого, некоторым категориям жителей региона будут оплачивать проезд к месту лечения и обратно как по России, так и за ее пределами. Одобрены изменения, которые коснутся многодетных семей. Они смогут получить документы о праве на предоставление гарантированных мер соцподдержки в электронном виде.